И в Кремле прокомментировали решение Международного паралимпийского комитета, который с 15 марта условно восстанавливает в правах Паралимпийский комитет России. В Москве такой шаг расценивают как позитивный. Об изменении статуса нашего комитета было объявлено несколько часов назад в Бонне. Теперь российские спортсмены будут допущены к Паралимпиадам 2020 и 2022 годов. Это будет сделано при соблюдении особого режима антидопингового тестирования, детали которого объявят в середине марта. Важно, что атлеты смогут выступать под флагом России. Напомню, наш национальный паралимпийский комитет был дисквалифицирован в 2016 году после публикации доклада комиссии Макларена. Это очень долгожданное решение. 2,5 года и национальный паралимпийский комитет России работал над восстановлением. Была выполнена огромная работа, была проведена. И сегодня я приветствую решение. Главное – спортсмены. Спортсмены будут участвовать в двух олимпиадах следующих в полноправном виде.